Ваша главная задача — убить их всех. Well. Ваша задача — уничтожить цель на ликвидацию. Понял. А, что такое? Я сижу или что? А. Я думаю, что за фигня? Господи ж, блин. Ни хрена ж не видно. У меня аж стол. Аж стол сломался, блядь. Я перепугался. И проблема, конечно, какой-то, как в Апексе. В том плане, что это. За вспышек ни хрена не видно. Так, можно пока пластину купить. Ага, кто-то там подорвался на моей хрени на этом. Что-то огонек слабовато горит как-то, нет? Что-то огонечек как-то слабенько горит. Так, моя цель там 19 секунд. Остановился, да? Время истекло, задача не выполнена. Приближается газ. Но он где-то здесь, этот человек, который нужен мне. Ну, он в доме сидит, говнарь. На лесенке, я думаю, опять. Скорее всего. Скорее всего, сидит на лесенке. Блин, да что ж так надо? Охотится команда противника. Не расслабляйтесь. Это тут чё?
чел. Блин, он там на лесенках сидит, там я никуда не пойду. На лесенке не пойду. Без датчика без этого, конечно, сложновато. Цель безопасности. Вам удалось оторваться от противника. Так, магаз. Посылка с комплектом уже в пути. Напугал меня. Я думал, на бушку что-то падает. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Мне надо пойти взять это. Чел бежит. Блять, да что ж такое-то? Как я плохо с этой вот этой хреновиной стреляю, вот с этой синей вот с этого. Бывает, то ли из-за прицела я не могу вот именно с этой пушки стрелять. Скажи им пару ласковых или разбей рожу метко брошенным камнем. Которая с голографом прям без прицела лучше стреляю. Приведи себя в порядок, скоро твоя очередь. Слушай как следует. Если ты именно этот голограф, на поле боя, почему-то у меня какие-то проблемы с ним. Разберись с противником или захвати цель. Как скажешь, братан. Так, мне нужен... Подожди, чемодан. Пойдем до магаза. Сходим.
драгунов. Так, нужны пластины. Саморез вообще нужен, конечно. Хотя он тут, видишь, как иногда не особо помогает. Так, можно сюда залезть. Ну хрен знает, если он без перка. Вообще, конечно, сюда залазит такой, да? Можно не в харе. Новая безопасная зона. Ну, окей. Это кто забирает? Ну, не может же он просто так лежать, правильно? Блять, ли это чел? Где-то там стреляют. А, во. Да почему нет-то? Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону.
Пульков нет. А, вот, Пулькин ушел. Кстати. Да, этот прицел, конечно, очень неудобный с треугольничком. Не люблю я такие. Хочется. Осторожно, газ приближается. Запрос на разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Там чел какой-то. Топливо на исходе. Иду на базу, нужно заправку. Каналов этих. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Посылка с комплектом уже в пути. Ну, он там. Противников, не дайте им уйти. Плохо здесь пластин нет. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Пластин такое. Вечер добрый. Добрый. Газ перемещается.
Осталось всего пятеро. Доведите дело до конца. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Все жестко. А, он человек. Ага, оба здесь. Отличная работа. Фух, наконец-то.